По своей должности, как бы по штатной, я старший наводчик, но... старший наводчик. Ну, вот так вообще я могу узнать любую должность, то есть из-за командира. Но свою машину нужно знать в точности, потому что любые нюансы, проблемы ты обязан и должен ее решить максимально быстро. Это зависит и решает очень сильно на твою стрельбу, на твою работу. Вражеская артиллерия для нас это просто самый лакомый кусок. Мы просто обожаем по ним работать, потому что это наши, так сказать, прямые враги, наши конкуренты, грубо говоря. Попадаем прямо в яблочко. Пускай даже иногда не с первого выстрела, но поверьте мне, как бы... враг нас не ожидает там, где мы есть.